Очень жалко, что сейчас происходит на Украине. Я уверен, что связи наладятся. И украинский народ поймет, что там происходит. Что причина внутри усобиц. Между собой люди ругаются. Конечно, это тяжело, это трагедия. Какой выход из этого я вижу? Ну, даже не могу сказать. Просто есть такое переживание за человеческую боль своих близких, народов.